Стоги сена, стоявшие на поле неподалеку, привлекали всех деревенских мальчишек. Погибший ребенок тоже пришел сюда с приятелем. У одного из них в кармане оказались спички. Одна причина возникновения данного пожара – это, конечно, неосторожное обращение с огнем. В данном случае это детская шалость с огнем. Это одна из предварительных версий. Почему здесь говорите, какой-то технической причины нет надобности? Один из мальчиков успел отпрыгнуть подальше от горящего стога, а вот второй растерялся, замешкался и очень сильно пострадал. Когда его привезли в ожоговое отделение Харьковской больницы скорой неотложной медицинской помощи, у него было покрыто ожогами 90% тела. Несмотря на усилия врачей, сегодня утром 6-летний малыш умер. В полиции говорят, пока прямой вины родителей в гибели ребенка не видят, но проверка по данному факту проводится. Все эти благополучные дети, эти постоянно находились под присмотром. Скажем, мы будем разбираться в этой ситуации. Для этого открыто уголовное производство, будут анализироваться все причины и условия, которым мы этому способствовали. Если установится вина каких-либо лиц в этом происшествии, естественно, согласно действующему законодательству, эти лица будут привлечены к предусмотренной законом ответственности. Производство открыто по статье 115, части 2 Уголовного кодекса Украины. Умышленное убийство, добавляет Константин Шеремет. Кроме того, правоохранители устанавливают владельца поля, на котором обгорел ребенок, и все остальные детали этой трагедии. Александр Ранжиренко, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».